Вы на канале сказочки. Один исследователь, указывая на карту, сказал: здесь, в центре этой ужасной пустыни, находится затерянный город Иштар. Чтобы до него добраться, я должен идти пешком от побережья к центру материка. Двигаясь по этой дороге, человек может взять с собой запасов продовольствия не более чем на 5 дней. Я подсчитал, что могу продвигаться за день самое большее на 30 миль. Судя по карте, город находится на расстоянии 120 миль от побережья. Сейчас я попытаюсь подсчитать, сколько потребуется людей, включая меня самого, чтобы хватило запасов в одиночку добраться до города, переночевать там и вернуться на побережье. А вы сможете подсчитать?